Всем привет! В этом уроке мы будем разбирать схождение, от которого часто зависит исход боя. Многие новички и даже пилоты, отлетавшие более года, неправильно оценивают ситуацию, неправильно оценивают скорость противника, делают неправильные действия перед схождением и после схождения, поэтому часто проигрывают бой. Я не буду разбирать схождение со стрельбой в лобовой атаке. Каждый сам решает, нужна лобовая ему или нет. Но большого ума ходить в лобовую не нужно, и победа в лобовой больше везения, чем профессионализм. При схождении с противником вас разделяет расстояние, которое называется горизонтальное разделение, высота, если она есть, называется вертикальное разделение, и угол, при котором вы сходите с противником. Если вы летите противнику в лоб, то угол равен 180 градусов. После схождения начинается борьба за угол, то есть пилоты всеми силами пытаются свести угол к меньшему значению, чтобы улучшить свою ситуацию, но не всегда целесообразно бороться за угол, уходя после схождения на разворот. В некоторых случаях этого делать не стоит, об этом я расскажу позже. Когда вы сходитесь лоб в лоб, вы должны анализировать это схождение заранее, с момента обнаружения противника. Вы должны увеличивать ваши шансы и предпринимать действия, которые улучшат вашу ситуацию. То есть, оценивая ситуацию при схождении, нужно принимать во внимание энергию противника, вертикальное, горизонтальное разделение, угол и, конечно, возможности вашего самолета и самолета противника. При схождении лоб в лоб на одинаковой скорости и высоте никто из пилотов не имеет преимущества. Затем пилоты начинают делать первый маневр, и в большинстве случаев именно в первом маневре новички проигрывают угол и, соответственно, бой. Пилот, начинающий разворот через низ полупетлей, оказывается ниже противника, который сделал Иммельман. После разворота пилот, сделавший разворот полупетлей вниз, будет иметь значительно выше скорость, но окажется намного ниже противника. Если он начнет разменивать набранную скорость на высоту, то в момент подъема противник может просто стоять в горизонте и набирать скорость. И получится, что когда до его высоты выпрыгнет противник, он будет иметь больше скорости, а значит получит преимущество. Если первый пилот уходит на Иммельман или боевой разворот, а второй пилот делает разворот виражом в горизонтальной плоскости, то в этом случае второй пилот может проиграть бой, если первый пилот после разворота начнет уходить в сторону с набором высоты. Но если первый пилот после разворота будет стоять в спирали и набирать высоту, то второй пилот выпрыгнет на большой скорости за ним, идя по более прямой траектории, и сможет прицельно пострелять с расстояния около 300-400 метров, что очень опасно, так как у первого пилота скорости будет мало, и в него можно стрелять более точно. Когда оба пилота выполняют зеркально одинаковые действия, то это приводит к той же лобовой. Уходя на разворот, внимательно анализируйте действия противника. Если вы видите, что противник делает разворот плавно, сохраняя скорость, то не нужно тянуть ручку до пупа, пытаясь быстрее развернуться на него и тем более выпускать закрылки или сбрасывать тягу. Если кто не знает, то выпуск закрылок или сброс тяги уменьшает радиус разворота, но значительно уменьшает скорость. Старайтесь также сохранять как можно больше энергии, но при этом получить лучшую позицию. Пилот, сделавший разворот быстрее, может, конечно, выйти на прострел первым, но затем оказаться в менее выгодном положении. Многие пилоты, которые хорошо стреляют, делают ставку на стрельбу, выполняя быстрые развороты с потерей скорости и выходя на прострел, тем самым выигрывая бои из-за точной стрельбы. Поэтому, если вы видите такой резкий разворот, то вы или повторяете его действия, или старайтесь идти более широким кругом с набором высоты, держа противника на расстоянии. Многие из вас, наверное, видели, как при схождении один пилот пытается поднырнуть под другого. Дело в том, что таким пикированием под противника можно получить преимущество в борьбе за угол, так как создается вертикальное разделение, и пикирующий может начать упреждающий разворот. Что такое упреждающий разворот? Это тактический прием, когда пилот, не дожидаясь схождения, заранее начинает разворот перед ним, тем самым режет угол, отыгрывая его. Для упреждающего разворота лучше находиться или ниже противника, или уйти немного в сторону. Поэтому такой разворот может выполняться как в вертикальном маневре, так и в горизонтальном. Если второй пилот не отреагирует на такой разворот и пройдет прямо, то он может сразу получить 6.
поэтому, когда вы видите, что противник на схождение пикирует под вас, его самолет более маневренный, то вы можете начать пикирование и не дать противнику возможности сделать упреждающий разворот. Даже если противник будет ниже вас, то вы можете просто пройти дальше с набором высоты, воспользоваться преимуществом скороподъемности Мессершмитта и занять высоту, после чего начать атаку. Итак, мы разобрали ситуацию, где противники имеют одинаковую скорость и высоту. Можно сказать, чисто дуэльный бой. Но такой частоты схождения в онлайн-войнах – это большая редкость, и схождение чаще бывает в неравных условиях. Многие из вас при обнаружении контакта сразу идут в его сторону, даже если он намного выше и не видит вас. Это неправильно. Такое могут позволить себе только очень опытные и уверенные в себе пилоты, которые знают, как вести бой в невыгодных условиях. Если вы увидели контакт, который выше вас, то не идите в его сторону, а начинайте набирать высоту, постоянно контролируя противника. Если вы увидели контакт ниже вас, то в уроке о незаметном подходе к противнику я объяснял, как сближаться с противником и атаковать его. При схождении с противником вы должны сразу определять, с каким типом самолета вы сходитесь. Вы должны четко знать возможности этого самолета и на основании этого принимать решение о тактике ведения боя. Если вы на Мессершмитте Г2 или Г4, то после схождения с Як-1 я не советую вам начинать маневренный бой, так как Г2 и Г4 менее маневренные, чем Як, но имеют большую скороподъемность, что и нужно использовать в бою. Давайте я покажу вам, какой получается бой с Як-1Б при равных скоростях и высоте. Як-1Б очень сильный противник, выскакивать с ним вместе на боевой разворот или Иммельман лучше не стоит, так как он практически одинаково с Мессером выпрыгивает вверх, но при этом более послушен на малых скоростях, чем Мессершмитт. Нельзя вступать в маневренный бой на малых скоростях, это очень опасно, поэтому я советую вам после схождения не идти на разворот и не вступать с ним в маневренный бой. У вас нет опыта, и вы просто проигрываете бой. Лучше пройдите дальше, займите высоту, а потом развернитесь и атакуйте. Но более опытным я советую, конечно, делать разворот без потери энергии, уходя по спирали вверх. Вы медленно набираете высоту, пользуетесь скороподъемностью, Як за вами не сможет вытянуть, и, оставшись без скорости, начнет спуск. В этот момент вы его можете атаковать. Сейчас вы на F4 и находитесь ниже Як-1Б на 300 метров. Можно сказать, что вы в проигрышной ситуации. Возможно, так и есть. Но даже в такой сложной ситуации можно выйти победителем, если действовать тактически грамотно, пользуясь преимуществом своей техники. Я покажу вам, как максимально эффективно и безопасно занять высоту выше противника и получить преимущество в позиции. Для начала нужно выровнять ситуацию и сравнять свою скорость со скоростью противника. Для этого на схождении вам нужно начать пикирование, набирая скорость. Делается это для того, чтобы после схождения воспользоваться этой скоростью для разрыва дистанции. В данной ситуации высота очень мала, всего 700 метров, но даже этой высоты хватило для хорошего разгона и разрыва дистанции. Немецкие самолеты лучше разгоняются, вы должны всегда этим пользоваться в критических ситуациях. Как вы видите, дистанция 600-700 метров. Это очень большая дистанция, поэтому вы можете начать набор высоты под небольшим углом и начать подготовку для атаки вывешивания противника. Все, он ваш. Как вывешивать противника, мы будем подробно разбирать в другом уроке, а пока вы можете посмотреть, как это делается в данном случае. Теперь давайте рассмотрим ситуацию со стороны Як-1 против F4. Как вы, наверное, уже поняли, Як-1 не может после схождения выпрыгнуть выше Фридриха и Густава, но может сделать разворот быстрее и попытаться пострелять, выиграв угол. Это все, что он может сделать, поэтому нужно стараться держать энергию в бою, чтобы в нужный момент отдать ее для контратаки. Вам остается только защищаться и стараться подловить противника на контратаке или затянуть его в маневренный бой, при этом используя тактику оборонительного вертикального боя, о которой я уже рассказывал в уроке. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел вам рассказать. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке. Пока.